Приветствую всех зрителей моего канала. Тех, кто давно меня смотрит, и тех, кто случайно зашел на мой канал. Для тех, кто будет смотреть первый раз, дам маленькое пояснение. Я часто на этом канале, когда снимаю ролики на тему канала «Страничка Надежды», читаю свои рифмованные строчки. Да, читаю. Смотрю вот на такие вот бумажки, которые пишу сама. Вы что, хотите, чтобы я их наизусть, что ли, читала? Ну, где-то я их должна ставить вот так вот, но у меня нет такого приспособления. Поэтому, да, сюда смотрю и читаю. Кто не хочет смотреть на меня, проходите все мимо. Как говорится, вас никто не держит. А кому нравится, приступаем к теме «Тараканы в голове у Надьки, с которыми она делится со своими близкими». Первый таракан – это последний ее ролик. Кратенько. Можно сказать, просто буквально 4 строчки. Миша в трусиках стоял, тараканчика держал. Это мерзкое творение. Вот и все стихотворение. Вы заметили, что Миша там стоял в трусах? Надя, в следующий раз можешь представить нам Мишу без трусов. Это будет гораздо интереснее. Итак, по последнему ролику. Купила мама таракана, выпив, видно, 2 стакана. Только точно с будунища притащила в дом вонище. Говорила, что любовь поселилась в доме вновь. Будут деточки любить, дружбу с тараканищем водить. Чеканутая мамаша, шепелявая Агаша, мальчик Мишенька в трусах. Жизнь, как есть, вся без прикрас. Разведу назло соседям очень много тараканов. Выпущу их быстро в сад, вот сосед-то будет рад. Надька ссорится с соседкой, склочница она. Цель приехать к нам в Россию вот теперь видна. Будет гадить всем соседям, может, даже и медведям. Без скандалов жить не может. Миш Агаш ей в том поможет. Прям скажу, вот эту Надь век бы нам в России не видать. Переходим дальше, к следующим тараканам, которых накопилось в голове у этой Надежды, видимо-невидимо, а когда их много, то надо с кем-то непременно делиться. Видим мы у нашей Нади тараканы в голове. Поселились, поместились и танцуют на челе. Так их много, что мешают, жить Надежде не дают. И мешает это Наде, создают ей неуют. Значит, надо поделиться с очень близкими людьми, чтоб смогли переселиться, поделилась вот с детьми. Десять штук отдать Алексею, чтоб маман не забывал и до старости до самой за подол ее держал. Чтоб с девчонками ни-ни, и друзья, чтоб не нужны. Есть семья, твоя вот мать, вот и нечего искать. Увезу тебя на хутор, будешь землю там копать. Но зачем тебе, сыночек, кроме матери, кого-то еще искать?
20 штук отдать Мишутке. Ой, с Мишуткой просто шутки. Пастухом его растит и во все глаза глядит, чтоб умнее вдруг не стал и чтоб думать перестал. Нафиг Мише голова. Мать, она всегда права. Перспектива впереди, будет козочек пасти, а потом еще овец. Ой, мальчишка, молодец! На костер дрова наколет, его мамочка не волит, держит рядом от стыда. Глуповат, так не беда, будет вечно ее слушать, будет что попало кушать. На костре крылья пожарит, ерунду ему подарит, объяснит, что так и надо. Мама – лучшая награда. Тридцать дочки претендует, и опять ее надует. Дочка плохо говорит, но у Надьки башка не болит. В школу, дочка, не ходи, но людей ты не гляди. Мама для тебя пример. Мама почти что акушер. Тебя дома родила, вот такие вот дела. Что там с речью приключилось? Что еще там получилось? Ну зачем дочурке знать? Зачем речь ей понимать? Что-то чавкает девчонка, половина слов съедает, никто речь не понимает, мать в Ютуб ее снимает. Подивились люди чуду, сама я смеяться не буду. Нате вам всем на потеху, да уж много было смеху. Таракан теперь ей друг, прочь от дочери подруг. Экономить детей учит и свечами деток мучит. Копоть, гарь, так это надо, это мамкина награда. Вроде как бы в старину жгли ведь свечи не одну. Во дворцах, в поместьях жили, при свечах и не тужили. Вот вы тоже вроде знать. Вы должны это понять. Привыкайте к жизни знатной. Жизнь для вас будет бесплатной. Научу, как всех надуть, и отправлю в дальний путь. Научу людей трясти, всех, кто будет на пути. Пусть работают на вас и обслуживают вас. Вы ведь избранный народ. Главное – пошире открыть рот. И просить, просить, просить. Вам и будут приносить. Будут у вас полные карманы. А пока вот тараканы. Ну, скажите, зачем эту мать нам в России принимать? Вот такую я вам сказку про тараканов в Надькиной башке рассказала, которыми она делится с детьми и со всем честным народом на Ютубе. Кому было интересно, поддержите меня. А кто недоволен моими роликами, проходите мимо. Не позорьтесь, не пишите мне ничего. Я ведь смогу так ответить, что вам будет стыдно за вашу писанину. Ой, не злите бабу Нину. Пока-пока.